Серега, жги. Давай. Все, можем, да? Да. Здравствуйте, меня зовут Сергей Шевченко, я актер театра и кино 1977 года рождения. Закончил Екатеринбургский государственный театральный институт в 1998 году, педагог, завкафедра Марченко Владимир Иванович. Более 26 работ в кино, где-то также, наверное, работ в театре, все это есть в интернете на кинотеатре.ру. Вот, смотрите, у меня с этой стороны вот такой вот нос, с этой стороны вот такой нос. Бровями могу вот так делать, прям вот так вот могу, вот так вот могу. Вот могу всякими голосами разными разговаривать. Ну, в общем, по вашим заявкам будем работать. Спасибо, до встречи.